В течение 2 дней с 24 по 26 июня зрители увидят на сцене Акмолинского областного русского драматического театра новые разнообразные по тематике спектакли, поставленные творческим коллективом относительно недавно. Среди них гражданско-патриотическая «Коней своих не прерывая бег», экспериментальная драма «Муму», парадоксальная комедия «Моментом в море». Поэтому 6 наших новых постановок идут где по итогам на закрытии 27-го. Июня на закрытие театрального сезона будет традиционный бой сезона. Уже в этом сезоне, в этом году было, конечно, попроще, но тем не менее, как бы не менялись, да, вот эти вот пресловутые цвета зон, мы все равно работали, и вот повторюсь, мы умудрились в пору локдаунов и красных зон выпустить спектакли. Среди членов жюри фестиваля эксперт, казахстанский театральный критик, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель Республики Казахстан, руководитель казахстанской секции Международной ассоциации театральных критиков Сания Кабдиева. Я команда Акмолинского областного русского драматического театра – это просто образец, потому что есть взаимопонимание, есть общая любовь к театру, поэтому я, конечно, желаю театру, и чтобы вот все те планы, которые существуют на сегодняшний день, они осуществились, и чтобы появлялись новые идеи. По итогам фестиваля из 6 представленных постановок будут выбраны лучшие. Помимо этого, подготовленные отдельные номинации для актеров пройдут обсуждение постановок и тематический мастер-класс «Современный театральный процесс». А 27 июня состоится ежегодная церемония награждения «Гвоздь сезона». Иван Однорог, Павел Соловьев, Фархат Исмагамбетов, Кокшиакпарат.